остров монументов. Ну что ж, давайте посмотрим, кто у нас здесь на канале Asmodeeplay. А на канале Asmodeeplay у нас идет BioShock 3. Интересно, зачем ее тут заперли? Да, хороший город такой в Поднебесье. Закрыто по распоряжению. Кто? Кто тут? Всем выйти из сумрака. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Деньги, деньги, дрибби, деньги. Даже в секретных конторах кто-то должен вести пол. Эти политики и ученые, они даже не думают, что при мне говорят. Я же для них неграмотный цветной служака. Но я уверен, они здорово боятся твари, которую держат наверху. Точно вам говорю, сэр. Они схватили тигра за хвост, а теперь не знают, что лучше. Ухватиться покрепче или сбежать. Твари наверху. Давай глянем. Что это? Так, это ребенок растет. Как-то очень быстро. Сейчас тут Франкенштейнов растят, что ли? Кто где есть? Так. Потянуть рычаг, потянуть рычаг. Давайте. Что они делают? Ха. Ага, что-то я должен сделать. Он потом обратно встает. Ага. Какой-то телепорт. Ага, там что-то становится. Не было, потом появляется, уничтожается, снова появляется. Понятно с вами все. Найдите девушку. Что тут за бесчеловечные опыты творили? Даже в секретных конторах кто-то... Значит так, мистер Томпсон, сэр, я заменил все пробки, как вы и просили. Все лампочки прошлой ночью работали... Прошлой ночью. Да что они с ней делают? У нас по ящику пробок каждый день уходит на один только сифон. Я уж не говорю... О, господи! Так что-то случилось? А что за... Что, что, что случилось? Бедная девчонка. Что вы с ней тут делали? Ну-ка. Что вы с ней сделали? Так. Ну, вроде пока ничего такого не усматриваю. Что могло так напугать их?
Красиво рисует. Эльфовая башня. Сколько она будет идти-то? По дням. Седьмое. Поет, рисует. Ну, нормальная девчонка, чё вы? Разносторонняя. Чего вы на нее наезжаете, я не знаю. Вы что, за ней подглядываете, как она голая ходит? Они ай-яй. Наблюдали за ней. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какие вы все-таки нехорошие личности. Одно дело представлять себе будущее. И совсем другое видеть его. Я узрел семена пламени, что подготовится дом под нами к пришествию Господа. Но плоды этих семян пожнет Элизабет, не я. Я не доживу. Господь призывает меня к себе. Это звук какой-то. Я чувствую его любовь в каждой опухоли. Ибо они тот самый поезд, что отвезет меня на его станцию. И я поеду с радостью, зная, что Элизабет займет мое место. Но грядет лжепророк, желающий увести моего Агнца с пути истинного. И пока я не огражу дитя от его лжи, я не сяду на этот поезд. Смотрим. Так, библиотека, столовая, гардеробная, ванная, оранжерея, спальня. Гардеробная. Туда и отправимся. Ага. Это я... Что тут? Так, это... Вот она. Это она. Как я понимаю, это зеркало. Так, когда присутствует тосты по приказу Колумбийского научного управления? А что, я не могу зайти, что ли? Так. Что-то я не понимаю, такой круг, что ли? Дверь всегда должна быть закрыта. А здесь что? Разрывает пространство и время. Ху! Что это? Молодец. Рисует и потом аж зеркало лопнуло. Что бы это ни было, нам сейчас не до этого. Еще как до этого? А это что, не открывается? Ой-ой-ой-ой, надо спасти девчушку. Это задание становится все хуже и хуже. Давай. Ага, библиотека. Так. Что ты там мне приготовила? Дверь на улице. Так, я справлюсь. Да никто и не сомневался. Такое ветрище на улице. Ужас.
Добрая собака хозяина на улицу не выгонит. Господи! Я знал. Ну поможешь, подашь руку. Привет! Слушай, еще и книжкой по мордам. Ты че? Может, хватит? Прекращай! Я ничего тебе не сделаю! Кто вы? Меня зовут Дэвид. Я друг. Я пришел вытащить тебя отсюда. Спокойно, спокойно, дыши, дыши. Истеричка. Настоящий. Да. Еще какой? Пальца нет. Он уже здесь. Вам надо уходить. Почему? Вы не должны быть здесь, когда вы... Минуточку, я одеваюсь. Я помогу тебе сбежать. Отсюда нельзя сбежать. Поверьте, я пыталась. Можно. Но невозможно быть таким нетерпеливым. Хватит. Как насчет этого? Что насчет этого? Это нам не поможет? Что вы? Отдайте. Крутить надо. Крутить. Это выход. Конечно, не. Чё там дверочка-то? Так. Ага. Подожди. Она побежала, а как же я? Сюда! Ты это еще? Его работа! Держать меня здесь! Посмотрим! Что ты? Зачем ты пришел? Почему все рушится-то? Из-за одной девчонки, которую вытащили, это ж не кошель здесь нету. Скорее! Давай. Подожди! Поторопись! Поторопись! Вызови лифт! Что? Это еще что? Нажми на кнопку! Давай! Что это? Что, спальня твоя? Конечно! Все время? Все время. Зачем? За хлебом. Зачем меня здесь держали? Что я такое? Чтобы передергивать тебя. Ты так, кто вот-вот покинет эту башню. Вот. Ты меня видишь? Я тебя вижу. Красавчик. Правильно, лицом тебя прибило. Сюда. Бежим. Нужно торопиться. Сейчас да, он все здесь разрушит. Осторожно, Элизабет. Откуда ты знаешь мое имя? Не сейчас. Откуда знаешь? Серьезно, тебе я хочу знать? Вверху. За тобой всю жизнь следили. Ты хочешь знать, как тебя зовут? Отойди, отойди, дай лучше я. Вот так. А там дети. Куда? Вверх. Давай. Ну, молодец, девчушка быстро уходит. Давай, я тоже должен не отставать от нее. Нет, нет! Стоять! За руку держи. Оп, едем. Блин. Так, куда мы едем-то? Ангел. Рушится. Тот порвал ангела. Куда это нас уматывается? Ты что-то летающий или что, или? Какая-то запчасть была. Держись! Вода. Фу, невысоко от воды так. Что не может не радовать. Железная птица. Ты ж
не умеешь плавать. Все, накрылась твоя железная душонка. Опять. Мистер Дэвид! Что? Мистер Дэвид! Передашь девчонку, и долг будет прощен. Ты как тут? Эй, Дэвид, ты там или нет? Оказалось. Что вам от нее нужно? У нас договор, Дэвид. Скажите, зачем она? Анна! Анна! Вот так вот. Мне разрешили говорить девочке все, что она хочет услышать, лишь бы она пошла со мной. Гавань линкора. Вот она. Фу. Хорошо же, что у нас здесь недалеко. Анна. Анна. Нет, это я, Элизабет. Вы в порядке? Где? Снова в царстве живых. Так, дайте я... Порядок. А Аид мимо проскочил. Утонули, надо... Сказал же, я в норме. Влетит она. Одну секунду. Покажи ей пальчик, мизинчик. Вы слышите? О, там музыка. Иди, а я... Мне надо... Ладно, я ненадолго. Я скоро приду, мистер Дэвид. Так. Скоро приду. Где она? А это летающее море, что ли, было? Так, тут что имеем? Простите, я ищу девушку. Белая блузка, русые волосы. Видели девушку в синей юбке? Нет? Нет. Ну я тут совсем одна и не прочь ли села провести время. Кто? Кто сказал? И я тоже не прочь. Ну ладно. Вы не видели девушку? Русая, в синей юбке. Кого ты спрашиваешь у них? Нашел, у кого спрашивал. Пророк уже знает, чем закончится его биография. А я вот ума не приложу, с чего ее начать. О том, что было с ним до крещения, я знаю только из былин в зале героев. А он о прошлом говорит, это все осталось на берегу. Придется. Послушайте, первый... я ищу девушку. Дирижабль, вот оно, наше спасение. Чувствую, меня сочтут плагиатором. Плагиаторы. Ну, на самом деле, в этой игре пока что... Хватает патронов. Так, это что у нас? Гавань линкора. Смотрим. Тут по трубам вода-то подается как? Ага, все, да? Какие-то у тебя короткие фильмы-то. Оскара не получишь. А я отсюда, да, зашел? Нет, я вот отсюда зашел-то. Для начала сюда сходим. Я просто хочу справедливую плату за труды. Да я что, против, что ли? Что тут?
Так, сюда. Пересечь надо, значит. Ага. Ну, он там край. Я в воду не могу зайти. Хорошо. Все так меняется. Простые. Да, меняется. Так. Пить я ничего не буду. Слушай, хочешь прогуляться вдоль берега? Никуда я с тобой не пойду. Пойдем со мной. Я про твои подвиги наслышана. Со мной иди. Про меня ты еще ничего не слышала. Так. Что тут? Девочки, вы только гляньте. Что же такой красавец и не в шортах? А вот. Интрига? Что тут? Что тут? Ну, он же твой брат. Да у него мозгов меньше, чем у ребенка. Я знаю одного парня, который может решить эту проблему. Уилма! Ну, либо так, либо он опозорит всю твою семью. Как не посмотрим. Так, вот там что-то лежит. Угу. Ну, давайте. Вы сильны. У нас налево. Тут попрошайничать запрещено, направо. Приятель. Налево. Направо. Покажите мне Геркулес. Ага, отлично. Вверх. Вот вверх. Кретины. Вверх. Хоть бы они все потонули. А то и... Дарвин был... Я вижу, что моя жена напугана, но даже не знаю, как ее утешить. Камсток разберется с глазом. Так. Правильно. Извините, мисс. Он танцует. Эй, мисс. Элизабет. Привет. Как же здесь здорово. Потанцуйте со мной, мистер Дэвид. Я не танцую. Идем. Куда? Что может быть лучше танцев? Ну, например, Париж. Париж? Я не понимаю, как мы туда попадем? Этот дирижабль как раз туда летит. Но если хочешь остаться... Нет, идемте сейчас. Ну, обманом, да. Свобода. Даже верится с трудом. Давай. Что нам надо купить? Сколько запахов. Вы когда-нибудь чувствовали такое? Нормальные пляжи так не пахнут. Ну дайте мне, падла. Ой, что-то я не понял, ну-ка. Ты знал, что это искусственный пляж? Его построили за полгода. Ты-то откуда знаешь? Прочитала. Книгами можно не только кидаться. Я их еще и читаю. Это все глаз народа. Мутят воду среди ирландцев и негров. Сначала волнение рабочих. Куда мне? Камсток должен был всех их раздавить. Всех этих тараканов. Не здесь. Ну. Так, а где это? Раз, раз, два, три. Вот здесь, наверное. Он мигает раз. Мистер Дэвид, Комсток. Я читала про него. Говорят, он видит будущее. Даже ага. Капля власти развращает людей. Не по душе. Нет смысла поднимать шва. Мне нравится лицо. Не хочет убивать его. Или его взгляд. Пойдем отсюда. Стой. Не спеши. Похоже, с деньгами у нас полный порядок, Букер. Да. Уж чего-чего, вот с ними у нас полный порядок. Что у нас здесь? Так. Ха. Падение в воду не пошло тебе на пользу. Попробуй что-нибудь найти, чтобы унять боль. Выглядит как настоящее море. Пойдем. Но это просто система насосов и стоков.
употребления алкоголя. Смысл лобака питаюсь, господи. Мистер Дэвид, сюда! Птица? Или клетка? Или все же птица? Но клетка-то лучше. Опять эти двое. Как? Но... Неважно. Давай. Смотри, какие красивые. Какой тебе больше нравится? Этот или этот? Птица красивая. Видите, палец, а палец у нее. Выглядит мрачно. В ней что-то такое. Рукой показываю, уже не видите меня. Не могу выбрать. Да. Так. Выберите птицу и... Давай. Та, что справа. Ты уверен? Вполне. Прелесть. Странно. Я думала клетку. Не умеешь проигрывать, лучше вообще не играй. Давай без софистики. Вот так. Боже мой. Мужик Боже. Всегда выигрывал. Ты в порядке? Это был мой дом. Пора сваливать отсюда. Идем. Заметили, что ангел наполовину покрошился. Так, а здесь что? Прикольно, да? Наша работа. Ой, развалины весь. Куда они смотрели, господи? Удостоверение личности с фотографией держите наготове. Руки вверх, чтобы я их видел. Ноги расставить. Стоять смирно, не двигаться. Ладно, там ладно, есть, успокойся. Есть одно дело. Пойдем. Не пойдем, значит, посюда. Хорошо. Могу задерживать нас всех только из-за одного человека. Вы слышали про статую? Да что же творится? Ты что делаешь? На что, по-твоему, это похоже? Что происходит? А нас не спалят? Где ты научилась вскрывать замки? Заперта в башне с кучей книг и времени. Вы не поверите, что я еще умею. Оу. Я прям весь в предвкушении. Что же ты еще умеешь? Интрига. Так, руки на стол. Интриганты. Будем. Приходится брать всю маломальски... Ой, здрасте, сэр. Вы не обращайте внимания! Это я так, подурачился малость. Пообезьянничал. Вижу. Обезьянка. Пойдем. Букер, иди сюда. Я нашла немного денег. Там стоит торговый механизм. Купи что-нибудь, чтобы подлечиться. Да, конечно. Все. Да, пожалуй, разумная мысль. Дядюшка Билл. Товары завтрашнего дня уже сегодня. Что тут у нас имеется? Что же у нас имеется? Ваша прислуга странно себя ведет? Задайте пару наводящих вопросов. Когда я только попала в Колумбию, небо было пронзительно синим. Как? Как на небесах. Никогда раньше такого не видел. А потом глаза привыкают к свету, и видишь море белых. Так. Ботинки, это при убийстве противника с аэротрассы у вас 50% на краткую неуязвимость. Да просто. Которые пялятся на тебя. Если качественный товар уже есть. Уборная для цветных и ирландцев. Вам нельзя здесь находиться, сэр. Идите своей дорогой, а то у нас обоих будут неприятности. Вот это я еще спрашивать буду. Куда мне идти? Вы вообще унитаз несли. Чем вы тут занимаетесь? Сэр, прошу вас. Если вас здесь найдут, на меня все шишки посыплются. Да хрен на тебя.
Я бы еще о твоем здоровье не беспокоился. Здоровье на соль меняет, ага, алкоголь, да хрен там, нахрена нам не надо. Так, не сюда, сюда. Правильно бежишь. Правильно, девочка. Мистер Дэвид! Мистер Дэвид! Не пугайтесь, мистер. Так, увеличить радиус поражения осколками при взрыве. Ну просто возьмем. Передает вам привет. И вот это. Ну так, что такого? Привлекло его внимание. Ваша жестокость, сэр. Мистер Дэвид, чистое ружье! Последняя серия! Я читал, ее переносили 3 раза. Странный незнакомец. Когда Уник замечает подозрительного человека, он сразу сообщает в полицию. Когда Дурик замечает подозрительного человека, он продолжает кататься на самокате. Умника и Дурика. Рассказчик. Так, а здесь что? Умник каждое воскресенье чистит отцовское ружье. А Дурик что? Кто ты, умник? Дурик каждый день стреляет по мышам, а потом кладет ружье на место, не почистив. Он же по мышам-то стреляет. Не будьте дуриками, тут странный незнакомец. Держите, мисс. Сахарная вата. Покупайте чистое ружье. Выправка патриота. Ну ладно. Давайте. Я вот здесь хожу, ничего, да? Всем без разницы. Давайте посмотрим. Позвольте вам предложить освежающий напиток. Мы входим из так называемого союза. Мы выходим. Так это было, нет уже? И... Это мы видели. Здесь что? Внешне где-то видели? Видели. Так. Подожди, не почему спеши. Для цветных один туалет, а для белых другой. Так принято. Это какие-то излишние сложности. Ты хочешь, чтобы нас арестовали? Ого, у них тут. Со шторками. Максимально солей. Надеюсь, ты не думаешь, что я пойду с тобой? Думаю. В детстве у меня был пес по кличке Билл. Он мне был верным другом. Перестань мы его кормить, Билл остался бы верен. Ударь мы его. Все нормально. Все хорошо. Так пусть-ка чернокожие покажут такую же преданность. И тогда мы позволим им занять место псов. Ну, ничего себе у тебя реплика-то. Это что? Ух ты, я решаю ирландскую проблему. Какая проблема у ирландцев? Бухой. Пьяница и бездельник. Проститутка его племенная кобыла. Или чего там. Вместе не создают будущих бойцов Гласа. Направьте их ко мне, говорит Финг. Так, ага, проститутку, значит. Они будут работать или во имя Господа, или умрут. Ух ты. Да не то.
Я тут ищу кое-что. Нет, одно дело бегать со всеми подряд симпатичными девчонками. Но маленькая Мэри Маккарти, а это ужасная Эрин О'Мэлли, если твой отец узнает, ох, мало того, что ему приходится нанимать этих Пэтти. Нанимать Пэтти... Подходите, подходите, сфотографируйте с отцом нации. Он срубил вишневое дерево. Он переправился через Делавэр. Давай. Пройти. Аннабель? Простите? Аннабель, это я, Эстер. А, нет, я не Аннабель. Уверена? Я Элизабет. Мы знакомы? Элизабет? Какое красивое имя. Знаю. Как-то странно. Последний посетитель. Парк закрывается. Слышите, парк закрывается. Да, ботиночкам да. Не помешала бы чистка. А я как-то и не обратил внимания. Так, а я вроде тут был, да, в самом начале? Аккуратно только, ладно? Ох, я там только помню. Извиняюсь. Когда ботинки чистили, или не здесь я был? Нашла деньги. У вас есть капуста? Лови. Вау, целая спасибо. Монета. Я возьму одну. Сколько? Так. Серебряный орел. Ага. Ну, это не то, что я искал, конечно. Конечно, раз вы так дальше. Торопитесь, идите вперед. Я не тороплюсь вообще никуда. Я тут кое-что ищу. Не знаю. Он похоже. Девочки. Одним выстрелом убьем. Давай. Дайте я хочу билеты на первую леди. Вон, сзади него стоит да, то, что я хочу. Одну минуту. Да, имеется. Как нам действовать дальше? Я тороплюсь, приятель. Эй, мистер, понял. Я перезвоню, как все устаканится. Не нравится мне. Высылайте птичку. Мы готовы начать. Стой, где стоишь? Вперед! Что вы делаете? Хватайте ее! Потом... Не трогайте меня! Выкурите этого ублюдка! Отойдите от меня! Выпустите меня! Выпустите! Элизабет! Не подходите! Ничего, не бойся, успокойся. Остановите его! Где они? Подходи ближе! Я его упустил! Держать позицию! Тебе моли! Все, или еще есть? Давай. Элизабет! Так. Будем собирать. Дробовик. Нет, не хочу я дробовик. Так, а мне туда как попасть? Точно не посюда, хорошо. Ладно, идем. Давай здесь сначала глянем тогда. Слушаем. Момент настал. Лжепророк уже здесь. День был предсказан не точно, но в главном пророк не ошибся. Нашу особь надлежит взять живой. Если она погибнет, за нами явится птица. И тогда нас всех ждет безымянная могила. Тихо. Это была сигарета номер 6. Ожидание тянется бесконечно. Полностью сгорел. Ладно.
хрен на тебя. Мне не нужно. Где она? Высылать. Прекрасно. Птичку. Вот. А я уже здесь. Так. Отлично. Неплохо. Только можно увеличить их. Здесь что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кто здесь, а кто здесь, а кто? Ой-ой-ой-ой-ой. Сменялись месяцы и годы, и мало-помалу те, кто заседал в Конгрессе, вступили на путь истинный. Так, благодаря человеческой смекалке и долларам из Вашингтона, свершилась Божья воля, и Колумбия вознеслась над Содомом под... Просто стой! Стой, где стоишь! Так, я ее вижу. Шокер. Так, я должен как-то его получить. Отойдите Эй, от меня! Эй, давай назад! Я успею? Кто там? Кто там? На. Вот тебе рычаг. Вы же их убили, они. Они все мертвы. Вы. Да, конечно. Убили этих людей. Да. Элизабет, я. Вы чудовище! Да будет, не мучай. А как ты себе это представляла? А? Что? Ты понимаешь, сколько времени и сил они на тебя потратили? Думаешь, они просто так тебя отпустят? Ты для них капиталовложение. И пока ты не уберешься отсюда куда подальше, тебя в покое не оставят. Так что? Что им от меня нужно? Не знаю, но я понял одно. Если не вытащишь пушку первым, ты ее вообще не вытащишь. У вас кровь. Подойдите. То, что там произошло, это только начало, да? Да, не это знаю. Только начало. Все. То ли еще будет, ой-ой-ой. Полагаю, мне придется к этому привыкнуть. Кстати, я читала кое-что о медицине. Я попробую достать тебе лекарство. А если будет совсем плохо, сделаю все, чтобы ты не умер. Блин. Подожди ты. Вон какие-то штуки торчат. Не спеши ты так. Дирижабль. Эти-то на чем держатся острова? Куда воду берут? Гавань линкора. Откуда воду берут и куда они ее сбрасывают вот в таких объемах? Так, Нижний город, Аркада. Так, зал героев, лифт к залу героев. Здесь. Прекрасно. Пойдем.
Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!